такие вот ноты, нежные звуки, да. Мы просыпаемся сегодня вместе с дуэтом под названием «Ларго». Доброе утро. Доброе утро. Как вы бодро говорите, доброе утро. Верочка. Да. Это как раз дуэт, который не только ласкает слух, но и взгляд. Смотрите, какие девушки. Девчонки, а вот к вам мужчины напрашиваются в коллектив? В женский в такой? Ну, если честно, нет. Да, видимо, мы самодостаточно выглядим. Претендент. Я на барабанах хорошо очень играю. Отлично. Хорошо, нам ритм отбивать. Вы расскажите, пожалуйста, что за инструмент у вас в руках? У меня инструмент баян. Так. У Иры аккордеон. Так. И тем мы и необычны, что вроде бы два русских народных инструмента, но вместе. А у вас репертуар какой? Вот это зарубежная эстрада, не знаю, или абсолютно российская? Абсолютно все. Все. Самый разный. Да. От самых все, хитов. Все, что вы пожелаете. Слушай, у меня такой глупый вопрос такой. А человек, который умеет играть на баяне, на аккордеоне, сможет сыграть? Сможет ли поменяться, например, по необходимости или нет? Вы знаете, есть такой парадокс, что человек, который играет на баяне, да, ему на аккордеоне легче. Потому что это все-таки фортепиано. А наоборот, да, сложнее. Наоборот, тяжелее. Потому что кнопочки осилить тяжеловато. Завтра праздник, вера, надежда, любовь. Именины. Именины. Так что мы поздравляем как раз Веру. Да, Вера. Заранее. Да. Спасибо. Вообще празднуете, отмечаете этот праздник? Если только внутри. Семьей. Да. Слушайте, ну у вас же следующая песня тоже связана с каким-то красивым именем. Да. Какая это будет? Надежда. Именем Надежда. Давайте. Поэтому Надежда. Поздравляем всех и хотим сыграть эту песню. Огромное. Звучит, за душу взяло прям вот совсем. Спасибо огромное. Веры вам, надежды, любви. Спасибо. Приходите к нам еще. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Да. Спасибо. Ну что, сейчас мы теперь свой взгляд обратим к звездам. Подожди, вот далеко, далеко, и узнаем, что мы узнаем. Знаешь, хочу сказать еще. Вот сегодня 29 сентября, да? Так. А по народным приметам, если скворцы не улетели в теплые края, то холода придут не скоро, а если уже улетели, значит, наоборот, скоро будет зима. Скворцов не видела? А как сокольника? Я не видела. Пока только видела вчера песца и соболя. Ладно, увидите вдруг скворцов, вы нам пишите, звоните, но прямо сейчас у нас астрологический прогноз. У астрологов свои приметы.